Добро пожаловать в школу дружбы. Я староста, сумеречная искорка. Рада тебе сообщить, что мы будем проводить чемпионат по мини-пони. Сразись со студентами и учениками, играя в мини-пони, и повышай свой ранг. Добившись достаточно высокого ранга, ты сможешь сразиться с одним из мастеров мини-пони. Собери свою коллекцию, начни тренироваться уже сегодня, и ты сможешь стать первым чемпионом нашей школы по мини-пони. Пришла пора познакомиться с одним из наших новых учеников. Смолдер. Умная и храбрая молодая драконица, отправленная в школу по приказу королевы Эмбер из земель драконов. Чтобы стать чемпионом по мини-пони, тебе нужно будет справиться с каждым из наших мастеров мини-пони. Но сначала изучим основы. Сюда же начнем! Добро пожаловать в школу дружбы! Наш чемпионат по мини-пони уже идет полным ходом. Но для начала тебе понадобится мини-пони. Вот, открывай! Что скажешь? Правда, они миленькие? У всех старших учеников и преподавателей в этой школе есть доска для игры в мини-пони. Я покажу тебе, как она работает. Твои мини-пони стоят внизу. Фигурки противников приближаются сверху. Прицелься и высвободи магию мини-пони. Ты будешь получать очки опыта, с помощью которых сможешь поднять уровень пони и сделать их еще сильнее. Отлично! За каждое пройденное испытание ты будешь получать золотую звезду. Зарабатывай золотые звезды, повышай ранг и выигрывай загадочные коробки. Теперь перейдем к приемам посложнее. У каждого мини-пони своя особая способность. Цвет платформы пони соответствует типу его особой способности. Эта платформа красная, цвет силы. Обрати внимание на цвет вражеской платформы. Уничтожение врагов такого же цвета заполняет особый метод мини-пони. Также этот пони наносит больший урон и зарабатывает больше опыта. Особая способность готова! Нажимай!
Когда опытометр пони заполнится до конца, ты сможешь поднять уровень пони. Теперь мини-пони будет стрелять большим количеством снарядов за выстрел. Похоже, у тебя получилось приноровиться к особой способности пони. За это ты заслуживаешь еще одной золотой звезды. У меня есть для тебя еще одно испытание. Теперь в нем появятся часы. Посмотрим, как ты справляешься с временными ограничениями. Следи за часами. По ним видно, сколько времени осталось до появления следующей группы противников. Каждую победу ты получаешь биты, которые можешь потратить на новых карманных пони. Отлично! Тебе хватает звезд для повышения ранга. Получив достаточно высокий ранг, ты сможешь встретиться с мастером мини-пони. Мини-пони. Дубликаты превращаются в очки опыта и мгновенно повышают уровень мини-пони. Отлично! Открывай сундуки с сокровищами и получай дополнительные награды. Здесь ты можешь просмотреть всю коллекцию мини-пони. Каждый из них уникален, так что попробуй собрать их всех. Помнишь, что я говорила о мастере мини-пони? Итак, первый мастер – Радуга Дэш. Ты найдешь ее в конце этого коридора. У тебя еще недостаточно высокий ранг, чтобы встретиться с ней. Поговори сначала с другими пони. Они предложат тебе испытания, прохождение которых повысит твой ранг. Удачи в чемпионате!
Находи сверкающие области. В школе много маленьких секретов. Обрати внимание на цвет платформы. Для данного испытания требуется пони с платформой такого же цвета. Уровень этого мини-пони меньше, чем у остальных. Используй его против врагов того же цвета. Он получит больше очков опыта и сможет быстрее поднять уровень. Коснись, чтобы поменять мини-пони. Помни, у каждого мини-пони своя особая способность. Можешь в любое время попасть на экран коллекции пони, нажав сюда. Уничтожай сундуки с сокровищами и собирай биты, самоцветы и очки опыта.
Thank you.
Чем больше у тебя силы, тем больший урон ты наносишь врагам. Задай им! Можно уничтожать точно так же, как и врагов, но они не причиняют вреда. Используй усиление, чтобы усилить своих мини-пони. Это усиление увеличивает количество снарядов в выстреле. Перетащи усиление на пони, которого хочешь усилить. Каждый из них дает чудесный бонус.
Радуга Дэш – первый мастер мини-пони. Но чтобы встретиться с ней, тебе нужно добиться достаточно высокого ранга. Блокеры защищены щитами спереди. Старайся попадать по ним со спины или сбоку. Эти стены неразрушимы. Они не опасны, но тебе придется поломать голову над тем, как их обойти. Бомбы с конфетти, чтобы наносить урон ближайшим целям. Следи за тем, чтобы они не опускались до самого низа. Берегись! Враг вот-вот нападет!
переживай, его можно оживить за самоцветы. Вот тебе немного для начала. Похоже, ты уже готов встретиться с первым мастером мини-пони. Ра!
Радуга Дэш – первый мастер мини-пони. Но чтобы встретиться с ней, тебе нужно добиться достаточно высокого ранга. Новая область. Скорее исследуй ее.